Саша, блин, перекусил. Вижу, вот это толку. Я думаю... Борода. Не знаю, они попытались, все разрывали. Капуста фотографируется. На море, на улице, как видишь.
Покурить-то дайте, чтобы... По дороге. Какой сегодня день? Квартире? Ну, какой у нас для доски. Барбосик. Да, барбосик, ты мой золотой барбосик. Ты идет, а барбосик идет. Да, барбосика. Да, барбосик. А, где барбосик? Барбосик, ты мой золотой. Барбосик. Все хорошо у тебя, Барбосик. У тебя вот волос не лезет. А у Рыжика волос лезет. Рыжий дома. Вообще-то за едой пошел. Думаю, не пойду никуда. Как бы вроде сегодня день такой. Ну, все же пошел.
Роскошный хвост ходит по набережной, гуляет. Что я дальше делать? Сука, ебать, ты толстый. Может, кто угостит едой. Людям не до собак, этот барбосик. Не до собакам вовсе. Не обижайся на них. Ложись, поглажу. Ложись, поглажу, барбосик. Ложись, ложись, ложись. Ложись потихонечку. Ты же осторожничаешь. Потихонечку ложись. Молодец. Так вот на спинке лежи, может, туристы еду подкинут. Не надо, не надо. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Барбос вши ищет у него. Проверяет на вшивость. Если вшей нету, берет к себе команду. Ветерок дует. 24 сегодня марта. Курорт Ялта. Трыжика, привет тебе, барбос. Иди, вон толпа появилась, что-то. Может, экскурсия? Опять он не в экскурсии попал. Это просто люди гуляют, барбос. Это не экскурсия. Пошли на свои места, пошли туда. На рыбное место пошли, этот барбос. Пошли, пошли. Впереди меня никогда не идет. Барбосик. Хорошая собака такая. Сейчас он здесь упадет. Далеко он не пойдет. Вот сейчас 1-2 метра, и он упадет. Нет, куда-то направился. Это за людьми ходит. Надежда, что-нибудь дадут. Жалко собаку. Очень жалко. Рыбаки плывут. Нормально, ничего нет. Волчонок сидит на своем месте. Скала-волк. Скала-волк.
Вот на деревянном и сиди. На деревянном не так холодно. Полу. Зеленстрой смотрит хорошо, ухаживает за природой.